ХНС – один из самых трудных режимов на Cybershock. Он не особо популярен, его долго изучать, в него не всем удается играть. Но даже такой сложный порог вхождения не поставил на паузу развитие комьюнити и популярность режима. Судя по нашим локальным сообществам ВКонтакте, самым сплоченным оказался именно ХНС. У него большее количество подписчиков, несмотря на свои маленькие охваты. Это по-настоящему говорит о многом. Сегодня вы узнаете, как двигаются по карте лучшие в своем деле, как проходят турниры и какие призовые делят победители. Буду рад вашему большому лайку за такой локальный контент. Мы провели закрытые квалификации к турниру и начнем этот ролик с полуфинала, где будет сражаться 4 игрока за призовой фонд в 9000 рублей. Правила очень простые. По сути, это догонялки, где с каждым раундом меняется догоняющий и убегающий. Задача первого – догнать, второго – убежать в течение 2 минут. Звучит все очень просто. Но есть некоторые моменты, которые делают этот режим не таким простым, как кажется. К примеру, нельзя догнать и убить противника без повторения его движений. Нельзя блокать или отбегать слишком далеко. Побеждает тот игрок, который вырвется на 2 раунда вперед. Если игра слишком затянется, победа в матче достанется тому, кто первый выиграет за убегающую сторону, то есть за террористов. Задача этого ролика показать и ответить на многие вопросы, на которые я сам не знал ответ до записи. Заодно хотел бы сказать спасибо куратору ХНС Фусу за организацию и поддержку этого турнира. Благодаря таким людям режим не умирает и становится только популярнее. Приступаем к просмотру полуфинала. Желаю вам приятной игры. Не знаю, когда, какие правила вообще. Посмотрим. Будем сейчас изучать. Они уже, видимо, договорились на Рутубс, потому что Рутубс — это одна из самых сложных карт в исполнении, в принципе, и ХНС. Потому что ее приходится очень сильно, как сказать, заучивать все мувы. Вау, ты видел? Сейчас у Хиллэйр 35 хп, он буквально остается на одну тычку. Но Хиллэйр не дает шанса Afterlife'у наученство собрать. Наученство, говорят. Да, наученство. Хиллэйр... Как он попал в полуфинал? Так, теперь, ну, можно последить за Afterlife'ом, в принципе. Как он, что нам покажет. Да. Ух! Флешка была. Да, Afterlife запутал нашего молодого таланта ХНС. Вау! Не, Afterlife ощущается уровень. Не-не, Afterlife очень хороший бразер. Скажу так сразу, что игра на Umbrella приводит к таким смертям, к сожалению. Они ж не умеют ХНСить, бразер. Моя ставка, он опять умрет от падения, проверяйте. Через 5 секунд. Раз. Итак, что же у нас делает Хиллэйр? 2. Хиллэйр у нас крутится на Umbrella. 3. Нет, он не умрет, он не умрет. Здесь. 4. Не ошибки, да, конечно. 5. Умирает. А, ну нет. Ладно. Умер! Вы рофлите! Это турнир! Ты мне сказал, тут лучшие игроки мира, чел. 3-я смерть подряд, они делают самоубийство. Что за трэш? Хиллэйр! Чел, это было красиво. Наконец-то вы умерли нормальной смертью. Погоди, стоп. Автор, все нормально? Ну, это же какая-то хуйня, нет? Не-не, типа там же, типа, ты мог в любом случае, типа, пойти туда. Так а нахуя я за тобой фоловлю все? Бля, ладно. Ну ладно, окей, ну ладно, хорошо. Что сейчас произошло? Хиллэйр не повторил движение его противника и после этого убил его. Это не по правилам, и такие раунды нужно переигрывать. Даже этот раунд сыграли не по правилам, я просто. Но призовой фонд, кстати, этого турнира $100. Подожди, Ростик, а мы подняли призовой фонд? Да. Да, у нас была задержка на 1 час, и призовой фонд был поднят. Хиллэйр делает килл, и это 2-1, правильно? 65 хп. Ай, это было очень близко. А, что это? Не-не-не, все правильно. Они красиво играют, они будут друг друга резать таких ситуаций. Не стопят друг друга. Пьет у нас 2-2 ровный, да плюс дуб играем. Но Ченс не будет играть. Ой. Это считается? Он не смог вылететь с ладдера и умирает. 3-2. Ну, Хиллэйр использует. Ой-ой-ой-ой. 3-3. 3-3 счет. Ну все по правилам, да? То, что конечно, сейчас было. Ну, это просто он. Ой-ой. Нельзя было разворачиваться Afterlife'у, из-за чего он дает просто такпоинт. Привет, друг, Лена. Хиллэйр. Хиллэйр. Серьезную ошибку. Хиллэйр. Эйр. Он его овнит. Что же он делает? Ай-яй-яй. Нельзя было бэквардом уходить на ДД. Скорость потерял серьезную. Можно на русском пообщаться? Остается на таймере буквально 15 секунд. 15 секунд. Это было близко. Нет, он умирает. Ловит джамбар. What the fuck? Он выиграл. Это первый раунд затиров на этом турнире, да, сейчас? Ё-моё. Чел, ты просто гений. Он сделал нереальное. Он
Как он мог выжить в этой ситуации? Он с помощью ДД словил джамбак, там получается так, что моделька приседает перед падением, и вот этот вот движок, Source, он не считывает урон. Это очень редко словить. Очень сложно, точнее, словить. Такое последний раз словили в 1.6, это легендарно. Ой, он ловит его. Ну, нет, вчера тоже была победа тетеров. Была и не была, он рискует, Afterlife рискует. Ой-ой-ой. Но мы с ним очень много играли в КС. У нас была команда. Потому что когда мне... Ой. Побудьте тут 4 часа. Да, ребят, режим очень хороший. Ну это тоже неплохо. Я набрал. Оу! Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Бразер. О, Эрик, блин. Эрик. Получается, сейчас мы играем до первого раунда затеров, правильно? Да. И упадет вниз, потеряет жизнь, когда поинт. А, нет, хилэр все-таки. Все. У меня просто не запускается сайт, я не знаю почему. Том победил. Матч закончился? Да, все, он выиграл. Хилэр, ты признаешь поражение? Да. Хорошо, спасибо за участие. Удачи. Итак, что я могу сказать, у нас надо играть. У нас встретились два серьезных оппонента. Это Никфорд и Линслей. Линслей у нас вообще с других проектов КНС. Точно откуда, кстати, не знаю. А Никфорд, он достаточно популярен на Сайбершоке. Имеет хороший опыт со спиной в этой сфере. Ой, Линслей ошибается на серфе, теряет хп. Никфорд его добивает. Счет у нас 1-0. Это за Никфорда. Ой, Никфорд. Ай. Счет у нас 1-1. Да. Ой, Линслей падает, к сожалению. Я также играю. 2-1. Бывает. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто не понимает, что происходит? Кто не знает режим ХНС? Вам это интересно смотреть или нет? Линслей, к сожалению, ошибается. Не смог долететь до серфа, после чего теряет в сторону Т, дает поинт Никфорду, Никфорда плюс один. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Я все-таки смог его догнать и порезать. ХНС имба режим, правда он умирает. Наша цель, наша задача его не убить. Как минимум, мы проводим турнир, который вообще не проводился. Никогда у нас, и вообще в комьюнити их редко проводят. Никфорд забирает в сторону КТ, у него плюс один. Где именно это находится? Оу. Но Линслей, видимо, все, понял, что уже смысла нету. Он заруинил свой трикс. Но Линслей видно, что он, видимо, не разминался, и правда, он уже просто так отдает в стороны. Возможно, Никфорд делает что-то максимально нереальное, и Линслей не сможет это повторить. А Никфорд начал кидать гранаты. Ну... Возможно, сейчас он пойдет на Амбреллу и сделает что-то. О, хорошо, Никфорд идет. Минута осталась. Да. Осталась грёбаная минута. Ой, это было максимально на тоненького. Ой-ой-ой! Он успел заовнить! Да. Ё-моё. Нет, все, по-моему, тут уже Линслей чувствует, что он андердог. Нет. Ай-яй-яй. Он ошибается, он ударяется головой. Ну, зонтик, да. И стопится. И Линслей не прощает его за это. Это было красиво. Никфорд переигрывает Линслея. Она буквально в действие. Его фоллоу. Какой-то. Да, они тоже, видимо. До первого за Т-сторону, правильно? Да, да, да. Все, шикарно. Как только убегающий выиграет раунд, матч заканчивается. Сейчас, возможно, кстати, Линслей и заберет карту эту. Yeah, let's go! Кажется, он просто не стреляет. Ай-яй-яй, ты видел? What the fuck? Но здесь уже более красивая игра. Да-да-да, конечно. Ребят, не пикайте руф карту, пожалуйста. Говно какое-то. Остается буквально... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. К сожалению, он тебя потерял целых 20 секунд почти. Ай, 30 секунд, 30 секунд до победы. Я не болею за Линслей, я болею за окончание игры просто. Нет, все, это ошибочно. Да, это ошибочно было. Вот эту карту я знаю. 100 хп. Не, это уже невозможно выиграть. 16 секунд, 15 секунд. 13, 12, 11, 10, 10, 9. Ошибка, ошибка.
Заомнил. Это ГГ. 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 Линсли выходит в финал. Линсли выходит в финал. Поздравляю, Линсли. Спасибо за эту часовую катку. Начался финал. Играет Afterlife. И Линсли, победитель, получает больше, чем 6000 рублей. Чтобы выиграть, нужно всего лишь 3 поинта набрать за теров. И раунд теперь длится 1.5 минуты. Ну, 19 Спасибо. Секунд, еще выиграть можешь. 15 секунд. Если он успеет... Ой-ой-ой, как же он чувствует эти балки. Нет, мне кажется, сейчас его Линсли догонит почему-то. 5 секунд. Ай! Да ладно! 1-0. Это было красиво. Afterlife. Это было очень красиво. Параллельно еще давление были бы. Ай-яй-яй, 16 секунд. Да. 18 секунд, 18 секунд. В Afterlife сейчас может быть второй балл. Да, Afterlife сейчас, возможно, заберет поинт второй уже. Ай, куда, куда? Да, реклама, конечно. Ой, хорошо идет Лэнсли. Он просто спиной бэквардом. Да, это просто нечто. Я не понимаю, что он делает. Как он... Ай! Все, это конечно. Да, это конечно. 20 секунд, 20 секунд, и он ошибается. 19 секунд, 19 секунд, 15. Линсли должен просто убегать. 15 секунд, 12. Линсли нельзя ошибаться. 9, 8, 7... Нет, он сейчас может его догнать спокойно. Или же нет? Нет, не догоняет. Да. Не догоняет. 1-1. 1-1, ребята. Ой, уже интереснее. 14 секунд, 13, 12, 11. Нет, нет. Нет. 2-1. 2-2. 2-2, прямо сейчас, 2-2. Это невозможно проиграть. Он хотел этот камикадзе, но не упал на модельку игрока и умер. Остается 20 секунд на таймере. Бразер, ну какие 20? 15. 15 уже, 15. Я не... Откуда? Сейчас, возможно, Afterlife заберет сторону. И заберет турнир, выиграет. Или все-таки нет. Да, Afterlife побеждает в турнире. Afterlife. Конец. Конец.